Так, у нас тема была домашнего задания. Я ушел бы в кругосветку. Кто сделал домашнее задание? Идет по одному человечку. Я ушел бы в кругосветку. Вот, родился, пригодился, встал на ноги, побежал. Все к чему-то я стремился, чувствую, что так устал. Я ушел бы в кругосветку, как семья-то будет жить, как жену оставлю, Светку, дети станут голосить. Тут квартира не в порядке, срочно требует ремонт, а скотина, сад, а грядки. В общем, дел не в проворот. Так и этак думал. Нужен тут не один год. На ремонт тут денег уйма обязательно уйдет. Да и теща скажет, что ты, кругосветка подождет. Баню надо бы подштопать. Нет, зятек, так не пойдет. Путь неведом в кругосветку. Тут же нужен капитал. План созрел на пятилетку. Будь то пан или пропал. Не управлюсь в пятилетку, лет за 10 накоплю. Тещу и жену кокетку в кругосветку соблазню. Я ушла бы в кругосветку, позвала с собой бы Светку. Она подруга с детских лет, с ней прошли немало бед. Мы составим четкий план, посетим с ней много стран. Позовем с собой друзей, вместе будет веселей. Запланируем поход, ну, примерно так на год. Погостим на Занзибаре, Тенерифе и Сахаре, и в тропических лесах, всевозможных островах. Шри-Ланка, Бали, Сайпан, Индийский, Тихий океан. Любуемся красой и вернемся вновь домой. Пока мечтаем. Я и Светка, как пойдем в кругосветку. Я пошла бы в кругосветку. Кругосветку я пойду, приключения найду. Я с собой возьму немного, будет трудная дорога. Шляпу, шорты и очки, так берут все новички. Надо плотно подкрепиться. Как пойти? Взлететь бы птицей или сесть на пароход? Пусть меня везет вперед. Страны все бы посмотрела, я как негр бы загорела, сок кокосовый пила, главное, чтоб была цела. Яхта есть ведет подруги, помечтаю на досуге. Может, с ней отправимся, мы там всем понравимся, объявила твердо я. Вот уж вздрогнула семья, мне сказали, что ты, мама, ты у нас чудная прямо. Может, ты блинов объелась, в кругосветку захотелось? Как тебя отпустим мы? Может, съела белины? Это вздор, сказали дети. Ты ж заблудишься на свете. Будем мы тебя искать, в розыск надо подавать. Ты ж грозы боишься очень, а там часто, между прочим. В море там бушует шторм. Где ты спрячешься от волн? И тогда я загрустила, так придумала я мило. Эх, не сбудется мечта, все пустая суета. Буду жить в родном краю, здесь-то я не пропаду. Шляпа, шорты и очки пригодятся от тоски. Написала. Путешествовать я люблю, поэтому я ушла бы в кругосветку. Туристическая экскурсия – это путешествие, а
путешествие – это приключение. Люди с разных материков и континентов путешествуют во время своего отпуска, посещают теплые курорты. Но не все любят путешествовать. Одни любят экстремальный отдых, другие знакомятся с разными странами. А я люблю путешествовать на машине и в образах театральных героев. Вот недавно была на своем корабле в океане, попала в шторм. Корабль потонул. По характеру я не читателя. А в жизни дорога манит меня, как перелетная птица. Мне домой полюбилась дорога. Длинная ее полоса тянется за окном. Рядом природа, деревья, травы, озера. Амурская область особенно. Бескрайние равнины, скалистые горы, множество рек и озер и обширная болотная местность. Амурский бархат, лиственница, кедровый сланник в горах, лиана, виноградник делают амурские леса неповторимыми. Отправиться в кругосветное путешествие мечтают многие. Я мечтаю. Читаю книги о материках и океанах. Где-то далеко, на краю земли, меня ждет необитаемый остров. Я могу фантазировать, и самое главное – не сдаваться. На краю земли, там, за горизонтом, далекая земля. К ней стремлюсь, значит, она есть не только в моем воображении, но и на его, на неоткрытом людьми континенте. Такой рассказ. Да, увидим все страны наяву, и в кругосветку готовый спонсор тут. По параллелям с ним найдем край земли. Все для цели самолеты, корабли. Спонсор Светка, мы пойдем с тобой в разведку. Спонсор Светка, предложи нам кругосветку. Спонсор Светка, на корабль взяв билеты, через месяц старт и в космос с нашей свитой. Кругосветка получилась звездная, подготовились к ней мои друзья. Вот Саша, Галя, Лариса и я. Провожал нас Глупомур, наша семья. Спонсор Светка, мы пойдем с тобой в разведку. Спонсор Светка, предложи нам кругосветку. Спонсор Светка, на корабль взял билеты, через месяц старт и в космос нашим свитой. Любовались планетой с космоса, что нет прекраснее Земли образа. Он за сутки, день и ночь, 15 раз, а гитара там звучит, ну просто класс. Он за сутки, день и ночь, 15 раз, а гитара там звучит, ну просто класс. Домашнее задание Надежды Семеновны Белоусовой. Чтобы знать земли просторы, в кругосветку пойду скоро. Вижу в ней земли красу. Удивляюсь я всему. Океаны и моря, степи, горы и леса, словно в сказке чудеса. Как прекрасен мир порой, нет конца земли родной. Будем мы ее любить, украшать и в мире жить, чтобы воин земля не знала. В кругосветке я опять буду мир весь познавать. А у меня просто. Кругосветку, Юр, точно ты заметил, как в разведку. А в разведку я могла бы пойти только с проверенными людьми, с которыми прожила годы. Это самые надежные люди. Это моя мама и брат-погодка Женька. Но их нет уже на этом свете. У них там своя кругосветка. И поэтому моя кругосветка по земле еще где-то меня ждет впереди.
пошел бы в кругосветку посмотреть на мир большой. Взяв с собой свою барсетку и, конечно, суп с лапшой. Мне безумно интересно, как другие там живут. Но, признаюсь, если честно, я не знаю весь маршрут. В этом горе мне поможет человек, конечно, гид. Но меня чуть-чуть тревожит ненормальный его вид. Описать его несложно, в том проблемы нет, друзья. Если очень осторожно, с ним ходить вообще нельзя. Заведет в такие дебри, что не выйдешь никогда. Но мне можете поверить, он таким был не всегда. Раньше знал все дороги, все маршруты и пути. Затоптал бедняга ноги, что не хочется идти. Верю я ему, помогут. Он исправится, друзья. Я и со временем в итоге доберусь до дома я. А сейчас застрял в Шанхае и нашел я здесь приют. Шлю привет, не унываю. Поживу, пока я тут. Пресная жизнь достала, я смогу все начать сначала. И не стану глотать таблетки, а в моря уйду в кругосветку. Я уйду от грязи и фальши, чтобы жизнь продолжалась дальше. А душа моя чище стала, суть ее не на дне бокала. Если вспомнишь меня однажды, знай, с тобою не буду дважды. Не войти в одну реку босы, не сложилось у нас просто. Натужно, паруса от ветров натружены. Путь пройду, миновав погосты, через тени в небо к звездам. Брызги волн просолили сердце, понял я, что тело не тельце, и познал, что я не песчинка, закаляют моря мужчину. Смог начать все опять сначала. И не стал я глотать таблетки, закалился в морях кругосветки. И не стал я глотать таблетки, закалился в морях кругосветки. Александрович Евтушенко. Поэт, день рождения 18 июля 1932 года, место рождения станция Зима. Прожил
84 года. Биография. Евгений Евтушенко, поэт, отражение советской эпохи, прозаик и номинант Нобелевской премии в сфере литературы. Чтец, оратор, актер и автор с очень известных стихов и сценарий, публицист и общественный деятель, который до сих пор до последних дней был истинным патриотом своего родины. Детство и юность. Евгений Евтушенко родился летом 32 года в Иркутской области, Нижнеудинске. Почти после рождения семья перебралась на станцию «Зима», где располагалась неподалёку. Отец новорожденного мальчика был малоизвестным поэтом, идеологом с немецко-латышской фамилией Гангрус. Звали его Александр Рудольфович. Немецкая фамилия ему досталась от матери. Когда Евгений исполнился год, вся семья перебралась в Москву к дедушке Латышу Рудольфу Евгеньевичу, уважаемому математику и педагогу. Мама мальчика Зинаида Ермолаевна Евтушенко некоторое время была геологом. Затем стала актрисой фронтовой бригады. Ей присвоили звание заслуженного деятеля культуры РСФСР. Детские годы Жени прошли в окружении книг. Он мог часами слушать папу, знавшего множество исторических фактов и рассказывавший сыну вместо сказок историю об испанской инквизиции и падении Вавилона. Еще до поступления в школу Женя с его помощью научился писать и успел прочесть все книги, что стояли дома на полках. Александр Дюман, Эгиль Сервантес, Герберт Уэльс и Густав Флобер. В 7 лет Евгений написал первое стихотворение. «Я проснулся утром рано и подумал, кем мне быть. Захотелось стать пиратом, грабить корабли». Жестокими жизненными реалиями будущий поэт впервые столкнулся в начале 40-х. Началась война. Он вместе с бабушкой Марией Иосифовной был эвакуирован в станцию «Зима», где жил у родственников до 44-го года. Учился в школе, вместе с товарищами выступал перед пациентами военного госпиталя. Уже в те годы он предпринял попытку написать роман-автобиографию. Ему нелегко пришлось из-за немецких корней. Фрицем его за глаза называли и одноклассники, и учителя. Когда бабушка узнала о происходящем, она взяла в руки скалку и отправилась в школу. Зайдя в кабинет с портретами Карла Маркса и Фридриха Энгельса, где сидела учительница, женщина спросила ее: «А эти люди кто, по-твоему, узбеки?» Когда в 44-м году они вернулись в Москву, фамилию Евгения в документах изменили на девичью фамилию Зинаиду Евтушенко. Также мальчику убавили один год, чтобы не пришлось получать требуемый с 12 лет пропуск. Поэтому в паспорте поэта значился 33-й год. Самым сильным впечатлением того времени Евтушенко назвал поход пленных под Сталинградом немцев по улице. Во время этого действия русские солдаты отгораживали их от женщин, стоявших на обочинах, опасаясь, что те кинутся их избивать. Однако, увидев солдат, шагающих по улице, в немысленном тряпке у жен фронтовиков сработала извечная женская сердобольность. Женщины вспоминали о собственных мужьях и сыновьях, в каждой из них проснулась жалость, и они принялись доставать продукты и совать их в руки пленным. На тот момент Женя был уже вполне сознательном возрасте, поэтому данная сцена его сильно потрясла. В школе мальчик учился не слишком хорошо, однако довольно увлеченно занимался в поэтической студии местного дома пионеров. В 1948 году Евтушенко отчислили из школы за якобы сожженный журнал с отметками. Он принял первые попытки напечататься в «Молодой гвардии». На момент, когда Евгений ушел из школы, его отец уже покинул семью, влюбившись в другую женщину. Однако это не помешало ему заботиться о сыне. После нескольких безуспешных попыток устроить Женю в другую школу, отец направил его в Казахстан в геологическую разведку своим друзьям. Также Евтушенко вспоминал и о том, что вместе с отцом они часто посещали поэтические вечера в МГУ, где читали стихи Анны Ахматовой, Бориса Пастернака, Александра Твардовского и Павла Антокольского. Мать Жени, Зинаида Ермолаевна, была рада общению сына с отцом, несмотря на обиду на мужа. Она посылала ему письма с первыми стихами сына, хранила все рукописи. Со своей стороны, мама была мостиком большого искусства,
к которому приобщался Евгений. Музыкально образованная женщина приглашала много гостей, чьи имена знала вся страна. Евтушенко рос всесторонне эрудированным, но вскоре поэзия стала для него главным делом в жизни. Когда он, 15-летний парнишка, увидел свой стих «Два спорта в газете», восторгу не было предела. Я купил штук 50 экземпляров, которые был в киоске, и раздавал на улице. Конечно, я первый раз видел напечатанные свои стихи. Я получил 350 рублей за первое стихотворение. У меня мама получала 700 рублей в месяц. Поэзия и проза становления... подзаголовок. Поэзия и проза. В 1952 году, после опыта геологической экспедиции на Алтае, участия во втором всесоюзном совещании молодых писателей, выхода первого поэтического сборника для разведки, грядущего даже первый атак со стороны литературных критиков, Евтушенко поступил в Литературный институт имени Максима Горького. Здесь он экспериментировал с переводами с осетинского языка и дружился с Робертом Рождественским. Евтушенко много путешествовал по Грузии и был пленен этой прекрасной страной. В начале 50-х стране начался поэтический бум. Свои стихи со сцены регулярно читали молодые таланты Андрей Вознесенский, Белла Ахмадуллина, Булат Окуджава и Роберт Рождественский. Знаменитый поэтик замирал, когда поэты выходили на сцену. Тогда же свои стихи читал Евтушенко. В 1955 году он стал самым молодым членом писателей. В 1957 году Евтушенко написал первое стихотворение под названием «Лучшим из поколения». Также дружба близко свела его с Булатом Окуджавой. Летом 1957 года он сыграл свадьбу с Беллой Ахмадуллиной. Вот так. Много путешествовал по США, странам Европы, Африке, особенно после расставания. Расстался с Ахмадуллиной быстро, и после расставания, а поездка на Украину вдохновила его на создание трагической поэмы «Бабий Яр» в 1951 году. В том же году соавторстве с Марком Бернесом и Эдуардом Колмановским была написана песня «Хотят ли русские войны». В начале 60-х он, как корреспондент «Правды», побывал на Кубе. Познакомился с лидерами Фиделем Кастро, Че Гевара, начал сотрудничать с кубинскими коллегами и первым перевел их стихотворение на русский язык. Творческое пение Евтушенко получило новый виток, впервые прозвучал лозунг, ставший визитной карточкой Евгении. Поэта России больше, чем поэт. В апреле 1964 года Юрий Гагарин, лично знакомый с Евтушенко, пригласил поэта на вечер в честь 12 апреля, звездный городок, прочитать что-нибудь. Вот. А в присутствии Евтушенко, сидящий рядом с Гагариным генерал, возмутился и потребовал отменения выступления. И жестокие чувства Гагарина не помогло. Вот. Евгений сидел в майлиске со стихами, ушел водку и плакал. Произведение Евтушенко печатается 40-е. На 40-летие его награждают знаком почета. Однако авторский вечер, который должны были показать на центральном телевидении, был отменен. В это время он знакомится с переводчицей Джен Батлер, ирландкой, будущей женой. Впоследствии много времени проводил в Британии, в Лондоне, и появились на свет их сыновья Александр и Антон. В 90-е годы за поддержку перестройки Евгений Евтушенко был удостоен звания сопредседателя Всесоюзной ассоциации писателей апреля. В этот же период были написаны стихи «Дай Бог, потери, нет лет». А в 60-е годы лирические произведения поэта звучали в произведениях композиторов Крылатова, Савульского, Колмановского. Вся страна распевала «А снег идет». На самодеятельных сценах исполняли «Родина», «Когда звонят колокола». Тексты Евтушенко использовались в рок-операх «Казнь Степана Разина», «Идут белые снеги». Личная жизнь. Вся страна обсуждала череду свадеб и разводов поэта. А наиболее обсуждаемым был первый семейный творческий союз Евгения Евтушенко и Беллы Ахмадуллиной.
Они поженились в 55-м году. Две творческие личности, юные и тонко чувствующие, тем не менее не могли найти компромисс в семейной жизни. Из-за открывшейся для него перспективы Евгений не сумел принять беременность молодой жены. Ему казалось, что их общий ребенок слишком рано. Гораздо позже он скажет в одном интервью: «Я сделал большую ошибку, да, огромную ошибку в жизни. Мы ждали ребенка, но сами были детьми». Вот. Это было Божьим наказанием. А потом она приняла приемную дочь. Но когда у нее все-таки получился свой кровный ребенок, я благодарил Бога. После развода с Ахматуллиной Евгений женился на бывшей жене своего товарища Михаила Луконина, Галине Сокол-Лукониной. В 62-м году супруги установили из детского дома ребенка по имени Петр, который стал художником. Но семья снова не сложилась. Характер красавицы Галины был совершенно противоположностью характеру Евгения. Вот, Галина предприняла попытку самоубийства, но, к счастью, неудачной. Ну, вернуть Евтушенко было уже невозможно. На Россию, так, вот с Жан Батлером был когда женат, у него родились два сына, Александр и Антон. Но рождение второго тяжелобольного мальчика вернуло их только-только. Евгений стал ездить в творческие командировки, а Жанна оставалась детьми. Когда поэт встретил свою будущую четвертую жену, Батлер не стал устраивать истерик, скандалов, а спокойно дала ему разводу. Марию Новикову и Евтушенко приметил в 1986 году в Петрозаводске, где у него была творческая командировка. Девушка зашла к нему за кулисы попросить автограф, и горячо влюбленная поэзия для мамы за автографа. Выпускница медицинского училища на 30 лет моложе самого Евгения стала последней попыткой советского поэта найти счастье. Вместе они прожили более 30 лет и вырастили двоих сыновей – Евгения и Дмитрия. И в завершение Евгению Евтушенко диагностировали рак почек в 2010 году, пока не успела. Вот. И 1 апреля, тем не менее, в 2010 обнаружили рак почки, а в 2017 он был госпитализирован, и вот 1 апреля он умер. Тело перевезли в Россию, чтобы почитать его таланта, могли попрощаться. Евгений Евтушенко похоронен там, где он завещал по сроку писателей Переделкина рядом с могилой Бориса Постановка. Спасибо. Вот у меня три дня. Да, ну у него пятеро детей, один умер, двое живут в США, двое живут в Англии сейчас. Стихотворение называется «Повара свистят». Повара свистят, когда режут лук, когда лук свисту вышибает лук. Повара свистят, чтобы свистом сдуть лука едкий яд, хоть бы как-нибудь. Повара свистят, а ножи блестят, и хрустят, будто луку мстят. Повара свистят и часто, повара свистят и чистят. И поди пойми, когда вправо, прямо грустят. Ну а я свищу, когда я грущу, когда сам себя на земле ищу. Ну а я свищу, чтобы свистом сдуть мою грусть, тоску, вот бы как-нибудь. А ветра свистят, тут и там гостят. Не пойму, чего те ветра хотят. Не пойму, с чего аж насквозь дождист. Над вселенной всей раздается свист. Повара свистят, когда режут лук, когда лук слезу вышибает лук. Вот такое необычное. Так, а вот
Проклятие века – это спешка. Ни у кого такого нет стихотворения. Проклятие века – это спешка. И человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав затравленно в цельё. Поспешно пьют, поспешно любят, и пускается душа. Поспешно бьют, поспешно губят, а после кается спеша. Но ты хотя бы однажды в мире, когда он спит или кипит, остановись, как лошадь в мыле, почуяв пропасть у копыт. Остановись на полдороги, доверься небу, как судье. Подумай, если не о Боге, Боге хотя бы просто о себе. Под шелест листьев обвешал, под паровозный хриплый клик, пойми, забегавшийся жало, остановившийся клик. Пыль суеты сует сметая, ты вспомни вечность наконец, и нерешительность святая вольется в ноги, как свинец. Есть в нерешительности сила, когда по ложному пути вперед на ложные светила, ты не решаешься идти. Топча, как листья чьи-то лица, остановись, ты слеп, как вид, и самый шанс остановиться безумством спешки не убей. Когда шагаешь к цели бойко, как по ступеням по телам, остановись, забывший Бога, ты сам себе шагаешь сам. Когда тебя толкает злоба из-за к забвению собственной души, бесчестью выстрела и слова, не поспеши, не соверши. Остановись, идя вслепую о населении земли, замри, летя из кольта пуля, и бомба в воздухе замри. О человек, чье имя свято, подняв глаза с молитвой ввысь, среди распада и разврата остановись, остановись. Ну, про поэзию. А, трамвай поэзии, интересно. Еще послушаю себе. Трамвай поэзии, словно собес, набитый людьми и буквами. Я не с передней площадки влез, я повисел и на буфере. Потом на подножке держался ядро с рукой прихлопнутой дверью. А как, наконец, прорвался внутрь, и сам себе я не верю. Место всегда старикам уступал, от контролеров не прятался. На ноги людям не наступал, мне наступали, не плакался. Люди газеты читали в углах, люди сидели на грозных узлах. Люди в трамвай продирались, как в рай, полный врагов узлейших. Логику будто не влезший в трамвай, меняя на логику влезших. Мрачно ворчали, вникая в печать, квочками на продуктах. Трамвай не резиновый, бросьте стучать, не открывай кондуктор. Я с теми, кто вышел из строя и месть, не с теми, кто вход запрещает. Я с теми, кто хочет в трамвай влезть, когда их туда не пущают. Жесток этот мир, как зимой у Москва, когда она вьюгой продута. Трамваи резиновые, есть места. Откройте дверь, кондукторы. Спасибо. Евгений Евтушенко. Людей неинтересных в мире нет. Людей неинтересных в мире нет. Их судьбы, как истории планет. У каждой все особое, свое, и нет планет, похожих на нее. А если кто-то незаметно жил и с этой незаметностью дружил, он интересен был среди людей самой неинтересностью своей. У каждого свой тайный личный мир. Есть в мире этом самый лучший миг, есть в мире этом самый страшный час, но это все неведомо для нас. И если умирает человек, с ним умирает первый его снег, и первый поцелуй, и первый бой. Все это забирает он с собой. Да, остаются книги, мосты, машины и художников холсты. Да, многому остаться суждено, но что-то ведь уходит все равно. Таков закон безжалостной игры. Не люди умирают, а миры.
Людей мы помним, грешных и земных. А что мы знали в сущности о них? Что знаем мы про братьев, про друзей? Что знаем о единственной своей? И про отца родного своего мы знаем все, не знаем ничего. Уходят люди, их не возвратить, их тайные миры не возродить. И каждый раз мне хочется опять от этой невозвратности Евгения Евтушенко, твоя душа неотразимая. Ты зимняя, ты завораживаешь, как замораживаешь. Душа нальделая, все ледени. Что ты наделала с душой своей? Быть ледяною ее заставила, и словно комнату ее уставила. Вещами, может быть, и хорошими, но замораживающими, холодными. Там воздух не колышется, цветов там нет, как лед коричневый блестит паркет. Где-то гомон уличный, дневной жары накал, здесь лед роялит угольный и ртутный лед зеркал. Здесь не бывает солнечно, здесь лампы свет чуть льют, свисают сонные сосульки, люстры. А я хочу быть в гомоне среди людей. Мне страшно в комнате души твоей. Душа усталая, себе остылая, и вся уставленная, и вся пустынная. На что уходит жизнь? Апрель сосуд в сосульке отливает, вычеканивает, а воздух щелкающий так поголубел. А у меня гаражный сторож выцыганивает на похмель. И бульканье ручья под ледяной корочкой, в которую окурок чей-то врос, и ель апрельская со снежной оборочкой, попавшая за шиворот шелочкой, и хор грачей своей чумной скороговорочкой все задает вопрос, в котором все вопросы вдруг сошлись. На что уходит жизнь? Действительно, на что? На что она уходит? Ответь мне, сторож гаража. Да ты глухой дед, а может быть, не более ты глух, чем воспитавший симфониями слух? Мы часто глухи к дальним, глухи к ближним, особенно когда из них все выжмем. С друзьями говорим, но их не слышим. Свои слова считая самым высшим. Пока она жива, любимый глухи, услышим лишь предсмертный хрип старухи. Мы совесть сделали нарочно глуховатой. Мы совести забили уши ватой. Так легче ей прослыть невиноватой. А сколько времени ушло? То в прошлом, на забивание ушей себе и прочим. Смерть вырвет вату, но ушей не будет. Не слышат черепат, их Бог рассудит. Ты в бывшем ухе, червь, не копошись. На что уходит жизнь? Мир в гонке роковой вооружений, так глух он к булькотне земных брожений, к ручьям в апрельской гонке бездорожности, в них кажущейся детскости, ненужности. Не умирай, природа, продержись. На что уходит жизнь? Нас оглушили войн проклятых взрывы. Не будем глухи к мертвым, к тем, кто живы. Сраститесь раны, кровь под кожу, брызни. На что уходит жизнь?
уходит жизнь на славу нашу ложную. В бесславье слава вырастет потом. Уходит жизнь на что-то внешне сложное, но вдруг окажется простейшим воровством. Уходит жизнь на что-то внешне скромное, но скромных трусов надо бы под суд. Но мелочи коварные, кровь сосут. Мы станем все когда-нибудь бестелостью, но как нам душу упасти суметь? Уж если умирать, мне знать хотелось бы, на что уходит смерть. Только нашел стихотворение, ну, интересно оно показалось мне. Завещание Симонова. Как завещано было последним, чуть дышащим словом, прах поэта развеяли под Могилевом. Из раскрытых ладоней тот прах зачерпнувшего сына с каждым присвистом ветра под крохом отца уносило. Тело мужа вдова осторожно сдувала с ладоней, и садился тот пепел на чей-то платок, тоже вдовий. Там, где выбрали чудом поэт, там, где выбрался чудом поэт в отступлении под мистершмиттами, прах, летя на могилы, шептался со всеми убитыми. И кружились частички поэта, то в люльку упав, то в колодец. В избы тихо влетали, прижавшись к глазам Богородицы. То, что было рукой написавшей, ты помнишь, Алеша, пепла падало в пыль под ногами невидимо лежа. То, что было глазами, садилось на стебли пшеницы. Крошки сердца клевали нечаянно зернами птицы. Ко всему, что плакал и что не оплакал, возвращаться поэт благодарно развеянным прахом. Ну а если поэт был виновен, хоть в чем-то когда-то перед всеми людьми дал развеять себя виновато. Упрекали его, что разбрасывается по жанрам, а себя он разбрасывал и по боям, и по жанрам, даже в мертвых, оставшихся другим, как живых, неревнивым. Он руками вдовы сам себя разбросал по лесам и по нивам. Тем забвения, кто жил в скупидомстве прижимисто, слава тем, кто разбрасывается прижизненно, да хранит благородная память планеты, как посмертно разбрасывается поэты. Евгений Евтушенко. Не надо бояться густого тумана, не надо бояться пустого кармана, не надо бояться ни горных потоков, ни топий болотных, ни грязных подонков. Не надо бояться тяжелой задачи, а надо бояться дешевой удачи. Не надо бояться быть честным и битым, а надо бояться быть лживым и сытым. Умейте всем страхом в лесу рассмеяться. Лишь собственной трусости надо бояться. Идут белые снеги, как по нитке скользя, жить бежит на свете, да, наверное, нельзя. Чьи-то души бесследно, растворяясь вдали, словно белые снеги идут в небо земли. Идут белые снеги, и я тоже уйду. Не печалюсь о смерти, и бессмертия не жду. Я не верю в чудо,
Я ни снег, ни звезда, и я больше не буду никогда, никогда. Я думаю, грешный, ну а кем бы я был? Что я в жизни поспешной больше жизни любил? А любил я Россию всей кровью, хребтом ее реки в разливе. И когда подо льдом дух ее пятистенок, дух ее сосняков, ее Пушкина, Стеньку, ее стариков, если было не сладко, я не шибко тужил. Пусть я прожил не сладко, для России я жил. Я надеюсь и надеждой маюсь, полный тайных тревог, что хоть малую малость я России помог. Пусть она позабудет про меня без труда, только пусть она будет навсегда, навсегда. Идут белые снеги, как во все времена, как при Пушкине, Стеньке, и как после меня идут белые снеги. Вот большие, ах, аж до боли светлы, и мои чужие заметая следы. Быть бессмертным не в силе, но надежда моя, если будет Россия, значит, буду и я. Я пишу два стихотворения. Евгений Евтушенко, дай Бог. Дай Бог слепцам глаза вернуть. И спины выпрямить горбатым. Дай Бог быть Богом хоть чуть-чуть, но быть нельзя чуть-чуть распятым. Дай Бог не вляпаться во власть и не геройствовать подложно и быть богатым, но не красть, конечно, если так возможно. Дай Бог быть тертым калачом, не сожранным ничьей шайкой, ни жертвой быть, ни палачом, ни барином, ни попрошайкой. Дай Бог поменьше рваных ран, когда идет большая драка. Дай Бог побольше разных стран, не потеряв своей, однако. Дай Бог, чтобы твоя страна тебя не пнула сапожищем. Дай Бог, чтобы твоя жена тебя любила даже нищим. Дай Бог лжецам замкнуть уста, глаз Божий слыша в детском крике. Дай Бог живым узреть Христа, пусть не в мужском, так в женском лике. Не крест, без крестья мы несем, а как сгибаемся у Бога. Чтоб не изверяться во всем, дай Бог, ну хоть немного Бога. Дай Бог всего-всего-всего и сразу всем, чтоб не обидно. Дай Бог всего, но лишь того, за что потом не станет стыдно. Браво. Еще одно стихотворение. Всегда найдется женская рука. Всегда найдется женская рука. Чтобы она прохладна и легка, жалея немножечко любя, как брата, успокоила тебя. Всегда найдется женское плечо, чтобы в него дышал ты горячо, припав к нему беспутной головой, ему доверив свой мятежный, сон мятежный свой. Всегда найдутся женские глаза, чтобы они всю боль твою глуша, а если и не всю, то часть ее увидели страдание твое. Но есть такая женская рука, которая особенно сладка, когда она измученного лба касается, как вечности судьба. Но есть такое женское плечо, которое неведомо за что, не на ночь, а навек тебе дано. И это понял ты давным-давно. Но есть такие женские глаза, которые глядят всегда грустя. И это до последних твоих дней глаза любви и совести твоей. А ты живешь себе же вопреки. И мало тебе только той руки, того плеча и тех печальных глаз. Ты предавал их жизни столько раз.
И вот оно, возмездие, настает предатель. Дождь тебя наотмашь бьет, предатель, ветки хлещут по лицу, предатель, эхо слышится в лесу. Ты мечешься, ты мучишься, грустишь, ты сам себе все это не простишь. И только та прозрачная рука простит, хотя обида и тяжка. И только то усталое плечо простит сейчас, да и простит еще, и только те печальные глаза простят все то, чего прощать нельзя. Как угольки, возьму в ладонь хотя бы один твой след, но только тронь, он просто снег, он разлипается, он рассыпается, и вот в руке одна вода, а следа нет. Расставанья, ну поверни следы обратно, сквозь чуждые следы, сквозь расставанья, по собственным слезам, по собственным следам, внутри твоих следов лед расставанья. Поверни следы обратно, сквозь чуждые следы, сквозь расставанья, по собственным слезам, по собственным следам. Любовь тот свет, где плавает звезда, любовь тот след, что навсегда, но до последних лет и слез бесследных нет, ведь нет следов, что исчезают без следа. Внутри твоих следов лед расставанья, ну поверни следы обратно, сквозь чуждые следы, сквозь расставанья, по собственным слезам, по собственным следам. Внутри твоих следов лед расставанья, ну поверни следы обратно, сквозь чуждые следы, сквозь расставанья, по собственным слезам и по следам.
все лучшее приходит к нам нечаянно, а нами в гости не приглашено. И удержать его хотим отчаянно, но этого, увы, нам не дано. Задержись, задержись навсегда, даже падающая звезда. Задержись навсегда, задержись, наша неповторимая жизнь. Хочется любить и быть любыми, надеяться на чудо вновь и вновь, и знать, что все плохое не задержится, она всегда удержится, любовь. Задержись, задержись навсегда, та же падающая звезда. Задержись навсегда, задержись, наша неповторимая жизнь. Когда мы любим, нет на свете старости, жизнь без любовь, ты нас не обидь. Если даже счастье не достанется, то разве мало просто жизнь любить? Задержись, задержись навсегда, даже падающая звезда. Задержись навсегда, задержись, наша неповторимая жизнь. Задержись, задержись навсегда, та же падающая звезда. Задержись навсегда, задержись, наша неповторимая Я как поезд, что мечется, столько уж лет. Между городом да и городом нет. Мои нервы натянуты, как провода. Между городом нет и городом да. Все мертво, все запутано в городе нет. Он похож на обитый тоской кабинет. По утрам натирает в нем желчью паркет. В нем диваны из фальши, в нем стены из бед. В нем глядит подозрительно каждый портрет. В нем насупится замкнуто каждый предмет. Черта с два здесь получишь ты добрый совет. Или, скажем, привет, или белый букет. Пишь машинки, стучат под копирку ответ. Нет, 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 нет. А когда совершенно погасится свет, начинают в нем призраки мрачный балет. Черта с два, хоть подохни, получишь билет, чтоб уехать из черного города нет. Ну а в городе, да, жизнь, как песня дрозда, этот город без стен, он подобие гнезда. С неба просится в руки любая звезда, просят губы любые твои без стыда, бормоча еле слышно, а, все ерунда, и сорвать тебя просит разня резида, и мыча молоко предлагают стада, и ни в ком подозрения нет и следа. И куда ты захочешь, мгновенно, туда унесут поезда, самолеты, суда, и журча, как когда, чуть трепещет вода. Да-да-да, да-да-да, да-да-да. Только скучно, по правде, сказать иногда, что дается мне столько почти без труда в разноцветно светящемся городе, да. Пусть уж лучше мечусь,
до конца моих лет. Между городом да и городом нет. Пусть уж нервы натянуты, как провода. Между городом нет и городом да. Ну, я опять хочу вас возвратить на 100 с лишним лет назад, дочитать эту трилогию. Я в прошлый раз читал и «Возвращение на родину» Есенина, «Русь советская», а сейчас «Русь уходящая» хочу прочитать. Мы многое еще не сознаем, питомцы ленинской победы, и песни новые по-старому поем, как нас учили бабушки и деды. Друзья, друзья, какой раскол в стране, какая грусть в кипении веселом, знать от того, так хочется и мне, задрав штаны, бежать за комсомолом. Я уходящим грусти не виню, но где же старикам за юношами гнаться? Они с несжатой рожью на корню остались догнивать и осыпаться. И я сам, ни молодой, ни старый, до времени на воду обречен, не потому кабацкий звон гитары мне навевает сладкий сон. Гитара милая, звени, звени, сыграй, цыганка, что-нибудь такое, чтоб я забыл отравленные дни, не знавшие ни ласки, ни покоя. Советскую я власть виню, и потому я на нее в обиде, что юность светлую мою в борьбе других я не увидел. Что видел я? Я видел только бой, а вместо песен слышал канонаду. Не потому ли с желтой головой я по планете бегал до упаду. Но все ж я счастлив. Сон не бурь, неповторимое я вынес впечатление. Вихрь нарядил мою судьбу, золототканное цветение. Я человек не новый, что скрывать? Остался в прошлом я одной ногою, стремясь догнать стальную рать, скольжу и падаю другою. Но есть иные люди, те еще несчастные забытий, они как отруб в решете среди непонятных им событий. Я знаю их и подсмотрел глаза печальные коровья, среди человечьих мирных дел, как пруд заплесневела кровью. Кто бросит камень в этот пруд, не троньте, будет запах смрада, они в самих себе умрут и сплеют парью листопада. Но есть другие люди, те, что верят, что тянут в будущее робкий взгляд, почувствуя зад и берег, они о новой жизни говорят. Я слушаю, я в памяти смотрю, о чем крестьянская судачит ога, советской власти жить нам понутру, теперь гусицу да гвоздей немного. Как мало надо этим бородачам, чья жизнь в сплошном картофеле и хлебе. Чего же я ругаюсь по ночам на неудачные горькие жребии? Я тем завидую, кто жизнь провел в бою, кто защищал великую идею, а я, сгубивший молодость свою, воспоминаний даже не имею. Какой скандал, какой большой скандал! Я очутился в узком промежутке, ведь я мог дать не то, что дал, что мне давалось ради шутки. Гитара милая, звени, звени, сыграй, цыганка, что-нибудь такое, чтоб я забыл отравленные дни, не знавшие ни ласки, ни покоя. Я знаю, грусть не утопить в вине, не вылечить души пустынями от холода. Знать от того, так хочется и мне, задрав штаны, бежать за комсомолом. В прошлый раз мы были в кафе, и вы просили меня прочитать это стихотворение. Расул Гамзат. Ты на заре, проснувшись, сделай милость. Еще хоть миг с собой наедине побудь и вспомнишь то, что ночью снилось. Смеялся или плакал ты во сне, и глянь в окно, какая там погода, туманна ли округа или светла, ведет ли снег до крайнего свода, или катятся дождинки вдоль стекла. Если в этот час не бьет тревога, вдали обвалом сакли не снесло,
не торопись, Илья вам с порога, не прыгай, милый, в горское седло. Не торопись, как деды завещали, и всякий раз с обычаем в ладу до каменной курицы вначале веди коня лихого в поводу. Как часто мы куда-то путь направить, брать скакунов не любим под усы, и шпорами Макаева кровами летим быстрее, чем царские концы. У нас рубахи выцвели от соли, и капли пота льются на виски. Позабываем спешиться мы в поле, остановиться около реки. Цени не научились и поныне высоких слов, и запросто порог, что произносят тихо на вершине, выкрикиваем громко под горой. Нам осадить коней бы рядовулом. Нам осадить коней бы по старинке рядовулом мудрыми слыля, чтобы разузнать нам свадьбы и поминки, а мы взлетаем голову сломя. Герои, оклеветанные пари, не на дуэлях в наши времена, чьи в запоздалой, но святой печали воскрешены бесстрашные имена. Не выносите спешных приговоров, не присуждайте нас наград, чтоб не краснеть, чтоб избежать укоров, когда в пути оглянетесь назад. И мужество должно владеть собою, кто тороплив, то ветреней молвы, тот без коня вернется с поля боя или верхом без глупой головы. Я не зову к покою или спячке, я сам люблю дыхание грозы, но жизнь есть жизнь, а не бега, не скачки, и в жизни добывают не призы. Учи, поэт, суровые уроки, и не бери без боя города, чтоб наскоро написанные строки не рвать потом, сгорая от стыда. Ты сел в седло, веселый или угрюмый, не торопись, уму не прикослов, на полпути остановись, подумай, и оглянись, и путь продолжи вновь. Ну и по первым тактам вы, наверное, все поняли, какую песню я хочу сейчас исполнить. И, наверное, многие ее, может быть, помнят. И можете подпеть. Песня называется «Бежит река в туман утает». Помните? Эта песня была любимой песней моей мамы. Вот. Она ее часто-часто пела. И я даже не знала, что это стихи Евтушенко. Они такие проникновенные и такие простые. Давайте вспомним эту песню. Тебе глаза как нож.
Если прямо ты взглянешь, я забываю, кто я есть и где мой дом. А если косо ты взглянешь, как по сердцу полоснешь, ты холодным, острым, серым, серым тесаком. Я здоров, в чем скрывать? Я пятаки могу ломать. Я недавно головой быка убил. А с тобой жизнь коротать, не подковы разгибать, а прибить тебя морально нету сил. Вспомни, было ли хоть разок, чтоб я из дому убег? Ну когда же надоест тебе гулять? С гаражу я прихожу, язык за спину заложу и бежу тебя по городу шукать. Я все ноги исходил, велосипед себе купил, чтоб в страданиях облегчение было. Но налетел на самосвал, к Склифосовскому упал. Навестить меня ты даже не пришла. И хирург, седой старик, он весь обмяк и как-то сник. Он 6 суток мои раны зашивал. А как кончился наркоз, стало больно мне до слез. Для кого ж я своей жизнью рисковал? Ты не радуйся, змея, скоро выпишут меня. Отомщу тебе тогда без всяких схем. Я тебе точно говорю, острую бритву навострю и обрею тебе наголо совсем. В бокалах пенится вино, а за окном гуляет осень. Дождями плачет все равно. О чем стенает, о чем спросит. Дождями плачет все равно. О чем стенает, о чем спросит. Нам хорошо с тобой вдвоем, и рук касание приятно. В дождь просто думать ни о чем и слышать шепот губ невнятный. Дождь просто думать ни о чем и слышать шепот губ невнятный, и тихо музыка звучит, уносит почему-то в прошлое и в нежности душа парит. Все в жизни вспомним лишь хорошее, и в нежности душа парит. Все в жизни вспомним лишь хорошее. Нам хорошо с тобой вдвоем. Пусть долго длится эта осень, а дождь все плачет за окном. Мы счастья у дождя попросим, а дождь все плачет за окном. Мы счастья у дождя попроси. Две страны, направо и налево мы.
маски рвется дружбы круг. Да-да-да, на кроме круга, похоже, да, подруга. Лишь мой тундра река, лежает друга и берега. Поменялся валютный курс, и независимо от конъюнктуры, независимо от вождений, ведь для народов мир важнее. След. Это снег от прошлых лет. Этот след дождем не смыт. Нельзя прошлое забыть. Но глаза сияют счастьем. Будем жить мы настоящим. Перестанет стучать дождь, перестанет плакать ночь. Слезы ей утрет луна. Она радости полна, что умчались тучи, дальше тучи. День проснется самый лучший. Тот, кто счастлив и влюблен, звезды видят даже днем. Здорово. Сердце мое светлым светло. Воды, матушка возьмет ведро, молча принесет воды.
тебе. Важность врагов
Я ничего не хочу ждать, кроме твоих драгоценных шагов. Класс. Николай Осеев. Хозяин погладил рукой лохматую рыжую спину. Прощай, брат, хоть жаль на тебя, я не скрою, но все же тебя я покину. Швырнул под скамейку ошейник и скрылся под гулким навесом, где пестрый людской муравейник скрывался, вливался в вагоны экспресса. Собака не взвыла ни разу, и лишь за знакомой спиною следили два карие глаза с почти человечьей тоскою. Старик у вокзального входа сказал, что оставлен бедняга, эх, будь ты хорошей породой, а то ведь простая дворняга. Огонь над трубой завивался, взревел паровоз, что есть мочи, на месте как бык потоптался и ринулся в небогать ночи. В вагонах, забыв передряги, курили, смеялись, дремали. Тут видно, о рыжей дворняге не думали, не вспоминали. Не ведал хозяин, что где-то по шпалам сил выбиваясь, за красным мигающим светом собака бежит, задыхаясь. Споткнувшись, кидается снова в кровь лапы о камни разбиты, и выпрыгнуть сердце готово из пасти раскрытой. Не ведал хозяин, что силы вдруг разом покинулись тело, и, стукнувшись зубом о перила, собака под мост улетела. Труп волны снесли под коряги. Старик, ты не знаешь природы, ведь может быть тело дворняги, а сердце чистейшей породы. Да.